Наша программа посвящена человеку как объекту биологической эволюции. У всех, кроме человека, есть так называемые мембраны, голосовые мембраны или мембраны гортани. Речь зависит не только от голосового аппарата. Получается, всего 15% кислорода поступает в мозг. Сколько бы ни ходили к логопеду, простые занятия не дадут эффекта. Просодик – это интонационно-выразительная краска речи. Можно сказать, безобидное слово, да? Но с такой интонацией, что человек с вами больше общаться не будет. Не будет. Место положения языка в полости рта определяет строение скелета человека. Поэтому голосовой аппарат – это инструмент, как скрипка или как флейта. Зарубежные авторы привели данные, что сейчас очень много родится детей с внутриутробной гипоксией. За этим, конечно, будущее.